Привет, с вами Анима Мори. Я так рада, тебя ко мне на канал занесло. Повезло. А еще, раз этот фрукт такой скользкий и его съела красавица, то представьте, что ждет вас, если вы... Атака была впервые использована на Сюдзо. Проще говоря, в основе техники натянули резинового кагги. Эй, Нами, ты куда пошла? Я ще бензо залью и заеду, пока подпишись на Анима Мори. А потом его использовал сам Вапл, когда сожрал своего брата. Если, как я, не одобряешь и никогда не пожелал бы подобный фрукт себе и своим близким, но зато подруга может проникнуть в тебя. А не ты в нее. Он позволяет выращивать владельцу желаемую часть тела, руку, ногу или другие. Ставь Лукас, если бы желал парамецию парамеций, как Анима Мори логию логии. Мои требования очень просты. Я хочу, чтоб Мадара стал Хокаге. Как бедняга Бруно познал боль. Познайте боль. Шикаку, думаешь, он сможет договориться? Ненавижу тазики. Тазики? Че темно-то? Алло, есть кто дома? Агата! Конан, не бегай по комнате. Ну... Заказов сейчас много, сезон сам понимаешь, да и за прошлый раз вы еще не рассчитались. Джирай-сенсей говорил мне, с Канохой лучше дел не иметь, там крохоборы. Ну тогда, раз такое дело... Че это? По рукам, братишка. А ты знал, что раньше я был лучшим кольщиком орехов? Орехов? Че за? Ну, двумя ладонями грецкий орех раздавить сможешь? Нет, а как? Тогда перед твоим уходом продемонстрирую тебе старый талант. Техника разрушительных стальных ладоней. Нагато, не утруждайся! Конан! Уйди! Нагато потратил много лет тренировок, чтобы постичь это джутсу. И его прозвали Пейн. Почти! Легендарное сказание о том, как Наруто вернул воду в деревню и стал героем Конохи. Этот фрукт имеет очень интересные способности, связанные как и с пространством, так и с психикой, похожие по своей природе на гендзюцу. Позволяет своей нынешней владелице, Катерине Девон, превращаться в девятихвостую лису. В девятихвостую лисицу, Карл! Наруто! Алло! Куда ты смотрел? Когда ты в последний раз видел Кураму? Проверь, он на месте? Но я думаю, Ода не допустит подобных, я бы сказал, косяков. Именно этот фрукт я прям не одобряю, подобно фрукту Келли Фанка. Лайкай, если тоже не находишь ничего романтичного быть вагонеткой. А ты прекращай, говори, что надо. Да тут такое дело, мне вот сообщили. Ты мне честно скажи, ты чё, Боруто смотришь? Ты чё, конченый? Мне чё, делать нехрена? Мне сказали, ты смотришь. Чё за предъявы, алло? Сказали, смотришь. Смотрел или нет? Тут порядочные ребята, какой нахрен Боруто? Слышал, что люди говорят? Мне сказали? Ты на кого гонишь, чёрт? Зоро, ты смотришь? Нет. Слышал? Резиновому трубку передай. Слушаю. Просто мне честно ответь, я никому не скажу. Сегодня он Боруто смотрит, а завтра что, Моргенштерна слушать начнет? Но мы с тобой это старые закалки. Да! Я тебе верю. Ладно, пойду Ли наказывать. Разберись там, давай, до связи. Че, Нарик опять звонил? Вечно он кипишует по пустякам, не знает, что теряет. Тамаго, ты с нами? Конечно! Бухлишка с меня! Раз, два, взяли! Сейчас дилду толкнем! Чипсов возьмем с пивасом. Там какая серия вышла, Зора? 168-я, по-моему. Наконец, новая серия Боруто вышла! Уже!
Все истинные фанаты ванны, хотя фанаты неподходящее слово. Когда мы займем топ ванны в СНГ, вместе мы покажем всем, что есть контент по любимому тайтлу. Без высасывания теорий, находясь в творческом кризисе и паразитизме на любимой истории. Это обложка к одной из глав карки детства Луфи. Совпадение? Не думаю. Вы же знаете, насколько Ода ценит символизм. И мое мнение, как бы можно было бы ввести логию воды, чтобы One Piece не скатился до уровня Боруто. Почему его любимый перс вдруг слабее? Не его любимого перса! Как же так? Оу, да! Так, подождите, кто вначале внимательно смотрел, заметили чашечку рамен. Знаете, что хочу сказать? Гона рамен по грибы. Он, кстати, считает, что Джирая слабее Конохамару. Ну тут нужно навестить, подискуссировать. Наруто, спустя столько лет, соточку соберем, Наруто, и быстро за пивком сгоняю. Мы выживали, как могли! Наруто, дай мне! Шикамару, не двигайся! Наруто, уже пошел к ларьку за Саске! Шикамару вообще окочурился! Ты понимаешь? Саске! А ты в курсе, что Сакура-то... побольше меня, крыса. Схерали? В тот вечер она встретила меня. Зарплата отдам! Кто не скидывался, пить не будет, Сакура! Жалься, Саске! Одну баночку! А давай Балтику Нарика! Саске Кунан дадим мне! А ему скажем, что разбилась! А знаешь что, Сакура? Что? Сосай кунай! А вообще, как завещал мой циррозный брат... Запомни! Лучше литр себя, чем по стопарику на всех. Саске. Саске, сходи туда. Саске, купи это. Я вообще схожу. Техника солевого призыва! Я что, по-твоему, выдумывать буду? Смотри, даже трек есть известный на эту тему. Во-во-во, вникай, Синоби, подготовь кунай, не кидай взгляда назад. Оно тает тобой в глазах, я не против аза. Продвижение тайны за хвостатый хазард. У Цуцуки альбиносы, а Наруто казах. Что? Кто-нибудь из вас просыпался в кроватке под чудесный «Бой дрели в стену»? Либо приходил после тяжелого дня в общагу с одной лишь надеждой заварить себе душика? А твой последний пакетик раздавил сосед по комнате? Йоу, меня зовут мудрец шести путей, ценитель кунаичи. По внешности грудей от потерь войне кровопролитный длится по сей день. Ты его видишь, а он есть одиннадцатихвостый зверь. Неужели это и есть измена? Куда же нам пойти-то? Иди на! С Треблом я вообще смеялась на ситуации, где Сахарок говорил ему заткнуться, и он продолжал. Я прям не могу. Синда. Синда. Кэм. Хавы дьявольские фрукты, переваривай аригато. Ой, бой, интонацию свою смени на тон. Мечты они стени, губу забей на то. Смотри, а то упустишь шансы, все мечты раздавит Пейнари Хакол. Ой, бой, слушай меня, бой, вой, вытри кровь.